Пятигорске обсудили проект сельских ДК. В Пятигорске обсудили вопросы укрепления материально-технической базы сельских домов культуры. Первые мониторинговые совещания по реализации проекта «Местный дом культуры» на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов состоялось в понедельник, 26 марта, сообщается на сайте Министерства культуры России. На пленарном заседании в формате круглого стола регионы обменялись собственным опытом. В мероприятии приняли участие, в том числе, директор департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Сегодня мы обсудили, что получается и что нет, проанализировали лучший опыт регионов по реализации проекта. Это позволило выработать максимально эффективный курс по координации наших дальнейших совместных действий, заявила Ярилова. Казакова добавила, что необходимо пролонгировать срок реализации проекта до 5 лет и увеличить финансирование. В рамках проекта уже был модернизирован 231 дом культуры. На программу на 2018-2019 годы выделено средства в объеме 1,4 миллиарда рублей ежегодно. В проекте принимают участие 73 региона. Перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.